Всем доброго дня, ребят. Значит, видео очень короткое. Много раз все вы спрашиваете меня об этой полоске. И, наверное, не только меня. Может быть, вы просто едете на дороге или видите на фотографии итальянские автомобили грузовые с такой полоской. И вам интересно, что это означает. И это нормально, потому что мне тоже это все вещи, которые за границей, я не знаю, мне это интересно. Ребят, это тип лицензии. В чем заключается вот этот тип лицензии? Белая полоска с красной такой окаймовочкой, она должна быть спереди и сзади. Она означает, что мы возим грузы, которые принадлежат третьему лицу. То есть есть заказчик, и как бы получатель груза, есть тот, кто груз продает, или его сделал, или просто купил и продает, а мы перевозчики, просто перевозчики. Груз нам не принадлежит. На некоторых автомобилях, которые случаются на дорогах гораздо реже, вы можете увидеть такую красную полосу с черной каемочкой. Это машины, которые возят груз, который принадлежит тому же хозяину, чья машина. Ну, например, наведу пример. Какая-то винодельня делает вино, и она не пользуется... не доверяет, так сказать, не пользуется услугами никаких перевозчиков, купила себе 2-3 машины, 5-10, неважно, автомобили, которые не имеют права возить никакие грузы, кроме ихнего вина. То есть они делают, они развозят, возвращаются порожняком. Ну, также с пивом, также с чем угодно, с цементом, с кирпичом. Есть, вы знаете, есть машины, которые просто имеют, фирмы, которые что-то производят и имеют свои машины. Вот тогда она красная. А автомобиль с белой может возить все подряд. Смотрите, если я уже тут остановился возле своей решеточки, хочу затронуть ваши чувства по экологии. Кто смотрел... Там я ставил вчера в сторию фотографию. Вчера я был на мойке. Я проехал 300 километров. И хочу вам сказать, почему я заядлый противник дизелей. Езжу уже более 10 лет исключительно на бензиновых автомобилях. И считаю, что дизеля все-таки не имеют никакого будущего. Посмотрите, что делается с нашей экологией. Вот это 300 километров по автостраде в идеальной погоде, в идеальной. Как вы думаете, что это? Посмотрите на спойлер, она была вчера чистенькая. Вы видите, я не знаю, насколько наводится вам резкость. А если посмотреть близко, конечно, камера это не даст. Вся машина в черненьких точках вот этой пыли, которую мы все дышим в городах. Посмотрите, ребят, что делается. Я не какая-то там Грета и не выступаю за что-то особенно. Но вы видите, вот это делают дизеля по идеальной погоде. Белая машина, которая вчера была чистая. Желаю вам удачи, желаю вам только чистого воздуха и всего самого наилучшего. До свидания.